Про первоцвет вам что-нибудь известно? С сегодняшнего дня операция «Первоцвет». Знаю. Это подснежники, фиалки, мы это не торгуем. Понятия не имею, что это. Знаю, что то, на что нет сертификата, с этим работать нельзя. Наполовину нет сертификатов. О чем вы говорите? И цветы пахнут не так, как раньше пахли. И какие запрещенные цветы вы видели вообще, нет? Видела. Но сейчас еще нет. А сразу появляются. И даже я покупаю, несмотря на то, что нельзя их покупать. Вы на тех же абхазцев возле метро посмотрите. Операция «Первоцвет». Ну, наверное, подснежники и ландыши будут. Понятно. Вы сами когда-нибудь покупали подобные цветы? Нет, никогда не покупала. То есть вы знаете о том, что их... Ну, что они занесены в Красную книгу, я знаю, да. Понятно.